Вот раздали рыбу, Сергей подъезжает, а там с собачкой, наверное, Василиса приехала. Вот они где. Собачка тут. Хаска тут, а? Ну чё? А? Володин дом, бывший калашниковский. Там у Володи собачки. А Володя, говорю, это Сергей уезжает, он завтра. Вот он, ураган. А там прыгает Верно. Так, синий какой-то топор и ножовка, которые здесь, мне оставь их. О, сегодня все собираются, Валентина, все идут туда. Да. Бам, говорит, будет. Ой, трется. Там у тебя это... Че? Открывай, ничего. Посмотреть, что тут делается. Вот они где. Попалась. Давайте. У нас тут рыбу развозим по деревьям. А то можешь собачку к этим подвести, вон два друга сидят. Пусть они ее познакомятся. Да, мы сейчас гулять пойдем, вот так поедем. Им очень интересно. Она самочка, а они оба кобели. Вот они как. Да шлейка у них красивая. Не поди только, берегись. Привязана, она не в руке держит ее, да это в руке держала. Василиса Евгеньевна. Вот потеряевское утро сегодня какое, интересно. Она пошла по траве, видать, ей нужно тут. Ну да. А это голубятня. Никто в Потеряевке голубей не держал. Раньше было, кроме меня, и, наверное, не будет держать, не будет. По разным причинам. Выгоды-то никакой нету. Вот она пошла. О! А это тюк лежит среди деревни. Слава Христу! А вот наверху сколько разных голубей тут. И дикарей, все питаются тут.